Гвоздики и хризантемы останутся мерзнуть под первыми робкими снежинками. Только свет лампадки будет согревать их надеждой на тепло. На этих похоронах нет ни прекрасной вдовы с персидскими глазами, ни заплаканных детей, задающих вопросы. Минута молчания в память о честных милиционерах. Студенты-активисты похоронили исполнительную власть. В связи с теми событиями, которые происходят в нашей стране, мы не можем просто остаться в стороне, и мы скорбим. Мы скорбим, потому что происходит, потому что разгоняют людей. Мы мирные, мы не хотим ничего агрессивного. То есть, ну, на самом деле, просто недавно об этом узнали и решили именно поддержать всеукраинскую акцию. К идее быть погребенными заживо таким неординарным способом милиционеры относятся вполне спокойно. Законность происходящего – вот их главная забота. Они заявили, пожалуйста, они действуют в рамках закона. Мы не против, пикетируйте все, пожалуйста. Боевой офицер Давид Госман отвел свой бронзовый взгляд от вечного прощания. Наблюдать свободный полет птиц гораздо интереснее, чем странные акции студентов. Действующих же милиционеров происходящее явно забавляет. Мы скорбим по органам правопорядка, которые не выполняют свои прямые функции, выполняют заказ власти. Студенты хотят показать свое отношение к происходящему, но их главная проблема, как и оппозиции в целом, – отсутствие лидера. Никто не подсказал ребятам, как правильно обратить внимание общественности к проблеме. Поэтому горстка студентов просто прибежала на Еврейскую 12, бросила цветы на асфальт и неуверенно, с дрожью в голосе, что-то объясняла журналистам. Ксения Ноздрова, Александр Шулятиков, Новая Одесса.